В одно и то же время в 2 часа ночи начинают происходить странные вещи. Смотрите в этой серии. Охренеть. Кто вызвал тебя? Он призвал меня из бездны. Отче наш, сущий на небесах. Да придет царствие твое и на земле, и на небесах. Экзорцизм усте омнис, оймундиус спиритус омнис сантаника потестас омнис интурсио. Друзья, мне написал мой подписчик на почту и прислал вот такое сообщение, которое вы сейчас увидите на своих экранах. Как он сказал, в его доме завелась некая сущность, которая беспокоит его по ночам. Этот дом новостройка, и поэтому это очень странно, потому что в новых домах обычно никаких сущностей не заводится. И я хочу проверить, так ли это действительно на самом деле, и приехать к нему домой, чтобы все это выяснить. Друзья, всем огромный привет. Вы находитесь на канале Охотника на ведьм. Прежде чем начнется этот ролик, хочу вас сразу попросить подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка на него будет внизу в описании. Также поставить лайк на это видео и написать свой комментарий, потому что это помогает продвижению канала. Друзья, я сейчас нахожусь в квартире моего подписчика. Он написал мне на почту, и я сразу приехал как смог. Дело в том, что он недавно купил квартиру в новостройке. Дом сдали полгода назад. То есть он еще такой не особо обжитый. То есть людей еще не так много заселилось. Но дело в том, что последний месяц, как он говорит, примерно в одно и то же время, в 2 часа ночи, начинают происходить странные вещи. В коридоре, иногда в кухне. Иногда даже в его комнате он слышит шаги, шорохи, какие-то непонятные звуки, какие-то завывания. И постоянное ощущение того, что кто-то здесь есть и смотрит за ним. То есть смотрит на него, когда он спит. Вот. Это сейчас холодильник был, если что. Вот там, друзья, стоит холодильник. От него был звук. Сейчас только 6 вечера, еще до 6 нету. Как он сказал, 2 часа ночи все это начинает происходить. Соответственно, я буду это все замерять. Я буду спать здесь несколько ночей подряд. Для того, чтобы в действительности проверить, что есть на самом деле в этом доме. Взял с собой полароид для того, чтобы сфотографировать. Возможно, на фотографиях что-то проявится. Также я взял с собой ЭГФ. Мой новый ЭГФ. Да, раньше у меня такого не было. Вот он, красненький. Соответственно, я попробую пообщаться с этой сущностью. И разузнать у нее, что это такое и что ей нужно вообще. Хозяина этой квартиры. Вот, друзья. Друзья. Я взял прибор, сейчас хочу походить по дому и просто даже измерить значение. Не понял. Это же просто шкаф, ну как кладовая. Я понимаю, если бы это был бы холодильник там где-то там, да, где электроэнергия. Это просто гардеробная, по сути, у него. Что за хрень? Да, это реально именно здесь. Так, я думаю. Ой, блин, это странно, ребята.
что я не понимаю просто реально. Но здесь просто нет электричества, именно вот гардеробной. Не должно быть вот этих показателей таких высоких. Охренеть. Смотрите на это. Еще лучше здесь. Просто вещь. Да, друзья, как я моментально нашел источник электромагнитных излучений. Получается, кладовка, ну то есть гардеробная. Черт возьми. Вот здесь умеренные показания, как бы здесь нормально. Друзья, вот эта комната, получается, вот на этом, на этой кровати он спал. И все происходило именно здесь. Но здесь показания, кстати, небольшие. Интересно, старое радио какое-то у него тут. Что за... Вот это холодильник. То есть я могу сразу сказать, ну что он сейчас пищит. Здесь он просто на холодильник реагирует. Ну, гардеробная, не понимаю, откуда такие значения. Там 200 показывал, да? Здесь холодильник, но пока, понятное дело, он излучает электроэнергию, это само собой. Но откуда эти показания были в гардеробной? Что за херня? Мешки стоят. Это мусор, наверное, не знаю. Вы это видите? Черт возьми. Друзья, я сейчас немедленно буду освещать этот дом. Я был в церкви и набрал много свечек. Соответственно, сейчас я начну освещать его. Вот. Батюшка рассказал мне, как осветить. Соответственно, начнем освещение дома. Итак, друзья, я зажег свечку. Сейчас она должна прогореть хотя бы одну минуту. Дальше я ее потушу и буду освещать этот дом. Особенность вот это место, оно мне не нравится, не знаю почему, но здесь у меня ощущение такое, что аура здесь такая плохая, что-то действительно есть, вот что, не знаю.
Господи, спаси и сохрани. Здесь кто-нибудь есть? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое и на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим, да избави нас от лукавого, ибо Твоя есть сила и слава во веки. Аминь. Господи, спаси и сохрани хозяина этого дома, избави его от злых сущностей. Так, сейчас мне нужно продышать этот дом вот этим вот свечным дымом. И уже проверим по сеансу ГФ. Ответил ли мне кто-то или нет? Так, хорошо. Друзья, сейчас я сфотографирую этот гардеробный, чтобы посмотреть, может быть, снимок что-то выдаст или нет, но в любом случае я попробую. Была не была. Так, все, теперь нужно подождать минут 10, чтобы фотография проявилась. На монтаже я уже покажу фотографию, которая там будет. И, соответственно, вы увидите, будет там что-то или нет. Но я пойду дальше, сфотографирую вторую комнату. Так. Вторая комната есть. Так, друзья, сейчас я включаю ЭГФ, прямо сидя на этой кровати, где происходило большинство событий. И посмотрим, если эта сущность, она сейчас здесь есть, возможно, что она выйдет в контакт. Поехали. Если здесь кто-нибудь есть, ты можешь вступить со мной в контакт. Если ты здесь есть, ты можешь каким-нибудь образом дать мне знак. Сейчас сущность не выходит на никакой контакт. Вполне возможно, что действительно она проявляет себя только ночью. И, соответственно, сейчас она никак не проявляется. Так что
Я думаю, что мне нужно кое-что еще сделать и уже ложиться спать. И, соответственно, ждать 2 часов ночи, когда начинает свет происходить. Сейчас наношу на себя защитные знаки и попробую лечь спать. Друзья, сейчас уже 12 ночи, практически уже подходит. И по идее через 2 часа ночи должно что-то происходить. Я оставлю одну камеру здесь, на всякий случай, в этой комнате, точнее на кухне, да, на кухне. Одну камеру на кухне и одну камеру там, где я сплю. Так, все, на этой камере запись пошла. Ночь первая. На следующее утро. Боже, сколько времени тут. Охренеть. Уже утро. Так, сейчас я... Так, сейчас уже утро. Посмотрю, что записала камера. Не знаю, вроде бы ничего не почувствовал такого. Может, я слишком крепко спал. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что камера записала. Друзья, вы сами все видели. Оказывается, пока я спал, там были слышны какие-то звуки из коридора. Там, где гардеробная. И дверь открывалась и закрывалась. Я в шоке вообще, как я не проснулся. Это странно. Все-таки здесь что-то есть, действительно. Так, сейчас уже утро. Я думаю, эта сущность уже не будет активной. Мне нужно опять дождаться до ночи,
и постараться как-то уже более чутко спать. Что еще сделать? Я не знаю. Попробовать еще раз осветить дом свечкой, прочитать молитву. И обязательно я попробую сегодня выйти с ней на контакт по ЭГФ. Так, сейчас я поставлю вторую камеру чуть по-другому, чтобы она снимала дверной проем. Потому что, может, она заснимет какое-то движение, либо еще что-то. Так, друзья, я попробую провести ГФ прямо здесь, в гардеробной. Там, где, как мне кажется, эта сущность как наиболее активна, что ли. Потому что здесь слишком высокие показания. И, возможно, она выйдет на контакт именно здесь, по ГФ. Время вот уже почти 12 ночи. Надеюсь, что получится. Поехали. Сущность, которая находится, обитает в этом доме, ты можешь рассказать мне, что ты хочешь, зачем ты появляешься и что тебе нужно вообще? Пожалуйста, ответь на вопрос. Что тебе нужно в этом доме? Почему ты появляешься и что тебя здесь держит? Он виноват. Он вызвал меня. Я убью тебя. Кто вызвал тебя? Он вызвал меня из бездны. Кто вызвал тебя? Хозяин дома. Как он тебя вызвал? Он провел ритуал на крови в Белесову ночь. Что ты за сущность? Ты демон? Я жнец. Хозяин этого дома сам вызвал меня. Теперь он умрет, и ты тоже. Могу ли я как-то помочь тебе вернуться в твое измерение и оставить хозяина этой квартиры в покое? Прекрати! Мои уши. Что это было, но это явно не к добру, эта сущность. Назла я, она хочет только зла. Надо ее как-то изгнать, но для начала нужно понять, что это вообще. Это точно не полтергейст. Так, через ЭГФ я с ним больше не буду выходить на контакт. Придумать что-то еще. Ночь вторая.
Кто здесь? Сейчас кто-то или что-то меня, вот эту игрушку кинул, передвинул стул, что я точно помню, что он стоял вот там. Смотри, что здесь происходит. Этот стол тоже был не здесь. Нет, уже почти 3 часа ночи. Здесь кто-нибудь есть? Друзья, первый раз такое, чтобы сущность, она вообще никак со мной, но на мои вопросы не отвечает. В общем, она специально не дает понять, что это за сущность. Если это не призрак и не полтергейст, кого мог вызывать этот жилец? Мне он, кстати, сказал, что он никого не вызывал, вот что странно. Я звонил ему днем, и он сказал, что он никого и ничего не вызывал, так как он, в принципе, не умеет этого делать, и незачем было это делать. Так что вполне возможно, что эта сущность обманывает меня. Ночь третья. Так, друзья, сейчас уже прошла 3-я ночь. Сейчас час ночи уже. Ровно час ночи. Так, я начертил пентаграмму. И уже зажег свечки. Надеюсь, что как-то это поможет. Так, я сейчас прочитаю молитву и приступим к дальнейшим действиям. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твоя есть сила и воля во веки. Аминь. Сейчас я кое-что проверю, если получится. Друзья, я сейчас посмотрел запись. Оказывается, когда я читал молитву, какое-то существо сзади меня появилось. Я, честно сказать, в шоке. Я не знаю, что это за существо. Первый раз вижу такое. Итак, друзья, и сейчас прочитаю изгнание демона на латыни из моей книжки. Экзорцизм и устный омнис
Ой, мундиус спиритус омнис сантаника потестас омнис интурсио интерфиос андестари омнис легио омнис кондергатио инспектор диаболика ин номине эт виртуэ домине нестрю цесу сектра диаболика ин номине эт виртуэ домине ностри цесу Кристи, Эрандика, Эрдуфайде, Эдей, Эдкледио, Эп Амидиус, Энамегиум Дей, Кондитиц, Эк Пертоси. На следующий день. Итак, друзья, мне все-таки удалось изгнать эту сущность из этого дома. Я провел несколько раз молитву и еще раз осветил дом. Потом прошел с этим электромагнитным прибором, и в гардеробной уже были нулевые показания, что говорит о том, что сущность все-таки действительно покинула этот дом. Изгнание получилось. Так что, друзья, не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал. И если у вас дома, либо у ваших знакомых, либо друзей завелась какая-то сущность, либо полтергейст, либо демон, может быть, вообще какой-то домовой, пишите, пожалуйста, мне в комментариях, либо на почту. Почта также будет указана, либо в телеграм-канале, вот. И, соответственно, по возможности я приеду к вам и помогу изгнать эту сущность. Всем спасибо и всем пока.